Номер 7, заслуженный мастер спорта Юлия Дозди. Номер 9, мастер спорта Анна Водовая. Номер
города Санкт-Петербург. Судья Красной Категории, Артем Марутин, город Москва. Эльцер матча Александр Ляшков, город Иваново. Дамы и господа, звучит гимн Российской Федерации. Концертный комплекс снова в эфире. Курс, финальная серия борьбы чемпионата России премьер-лига. Финальная серия, четвертый матч, матч под номером 4. И «Динамо» играет по-прежнему с УКМК из Екатеринбурга. Микрофона держит Иван Донегин, Константин Чепиков. Всем физкульт-привет. А вот счет серии, как уже озвучили, 2-1. Матч для команды может вполне стать решающим, потому что, напомню, серия проходит до 3 побед и курс в шаге от исторического титула. Ну, может, перед тем, как представить... Да, сегодня уже было одно хорошее событие, днем произошло. Динамо Фарм стала чемпионом Суперлиги 1, с чем мы команду поздравляем. Прекрасный победитель Суперлиги 1, напомню. Поздравляем команду, поздравляем тренера. Ну и, конечно же, если будет пауза в игре, да, немного надо пробежимся по игре «Динамо Фарм» и «Нефтяник». Ну а я тогда быстро пробегусь по заявке ГМК. 12 игроков все так же, никто у них не выбыл. Смотрю, все так же на разминке принимали все 12 игроков активное участие. Так что, вполне вероятно, можем даже и всех увидеть. Ну, поехали. Под номером 1 сыграть Юрия Завьялова. Номер 5 – команда Евгения Белякова. Номер 6 – Мария Адачевна. Номер 7 – Инна Кучикова. Номер 9 – Евгения Каратыгина. Номер 10 – Анастасия Шилова. Номер 12 – Ксения Тихоненко. Номер 15 – Альбина Ражева. Номер 21 – Марина Криволапова. 31 номер – Мария Попова. Дарья Сидорова. 44 номер – Мария Вадеева. 77 номер – главный тренер команды Дмитрий Донцков. Команда «Динамо» номер 7 Юлия Козик, номер 9 Анна Пуровая, Анастасия Ларикос, номер 14 Ольга Фолкина, капитан команды, номер 15 Евгения Фолкина, 16 номер Наталья Анойкина, номер 33 Эва Лисиц, номер 38 Анастасия Шумагина, 51 номер Ксения Леченко, 91 номер Абрагинова Долина, 95 и 97 номер Ильза Шумагова. Главный тренер команды Василий Карачев, его помощники Калли Корсин, Тимон Петти и Денис Кандалов. И сразу, наверное, судейская бригада. Старший судья Сергей Негерев из Самары. Ему помогают Ореш Мирослав и Артем Лапыкин. Ореш из Санкт-Петербурга, Лапыкин из Москвы. Комиссар матча Александр Горшков, Иванов. Старт в пятерке тоже уже известен. Но по сравнению с предыдущим матчем, изменений как в одной, так и в другой команде абсолютно нет никаких. У ГМК начинают также Завьялова, Женя Белякова, Настя Шилова, Мария Попова и еще одна Маша Вадеева. Ну и стартовая пятерка «Динамо» тоже ничем не отличается от предыдущего матча. Это Юлия Козик, Анна Буровая, Ольга Фолкина, Эва Лизец и Елизавета Шабан. Ну, характерная особенность каждой из трех встреч – это одна из команд, у
убегала в отрыв. Если в первом матче лидерство сходу захватили динамовки и довели дело до победы, то в двух предыдущих матчах, если в первом матче УГМК начало с крупного рывка, если не ошибаюсь, 11-0, и это, да, вполне позволило, несмотря на то, что Динамо и догоняло, и сравнивало счет. Вот, да, держал победу в Екатеринбурге Динамо, то в матче в Курске Курск не только вернулся в игру, но и убедительно выиграл со счетом 72-58. Но это уже история, Кость, давай смотреть матч под номер 4, который очень важен для обеих команд. Не, ну в любом случае мы его будем просматривать через призму двух, точнее трех предыдущих матчей в плей-офф. Потому что, чтобы было с чем сравнить. Ну это безусловно. Первая атака и очень дальний бросок Анны Буровой, не точно, и на исходе владения, потому что этот бросок происходил. Вот, напомню, что в предыдущих матчах также, вот, когда позиционное нападение происходило, у Курска, да, до последней секунды вынуждали гости, игроки УГМК, чтобы до последней секунды производили динамовки бросок по кольцу. И вот сейчас мы видим достигнутую атаку Курска, но нет, на 14 секунде атакует Юлия Козик. Если в предыдущей встрече Юлии понадобилось там только на пятом броске она реализовала дальний бросок свой точно трехочковый, то теперь первым же дальним броском Юлия Козик открывает счет в этом матче. 3-0 впереди Динамо Курска. По полу забыли проскакивать блоку, а Попова спокойно переигрывает менее руслых, но тихую траву. Ну, сразу же, да, обратите внимание, что против Попова играет Эва Лисиц, а Елизавета Шапанова против Марии Вадеевой. Первый фол в этом матче Мария Попова получает. И сразу бросковый, да? Нет, фол. Маша Вадеева получает фол точно так же, как... Вадеева. Да, Вадеева получает фол. И, да, все правильно ты сказал, фол будет нарушение пробивное. Два штрафных будет Эва Лисиц. Напомню, что Эва Лисиц в прошлом матче стал лучшим снайпером команды. Набрала 15 очков она. Но, кстати, на линию штрафных Эва не вставала. Может, как раз это и сказывается. Потому что первый смазан, второй тоже. Может, так, как и второй. Да, это удивительно, конечно, на Эву это не похоже. Но опять же, мы возьмем, наверное, психологический, да, какой-то аспект, потому что все понимают, какой цены этот матч сегодня. Абсолютно верно, потому что, еще раз напомню, у ГМК 15-кратный чемпион России и 13 раз подряд он завоевывает этот титул. А Динамо, наверное, единственное, да, чего нет, это единственный трофей, чемпион России, Динамо еще не обладает. Да, потому что обладатель Кубка Европы, обладатель Евро, победитель Евролиги, чемпион Евролиги, пятикратный. Да, обладатель Суперкубка, абсолютно верно. Мария Попова. Маша Попова пока набирает, точнее, переносит очки к своей команде. Если в прошлых матчах в основном там Маша Вадеева, а вот и замена Курска. Меньше двух минут, еще двух минут не прошло, и Женя Пробкина меняет свою сестру Ольгу. На линии штрафных Мария Попова, которая в прошлом матче стала вторым снайпером своей команде, набрала 12 очков, да, промахивается Маша. В прошлом матче тоже, кстати, Мария Попова штрафные, как и Эва Лисиц, не пробивала. Волнение, конечно, чувствуется в обеих командах. Елизавета Шапанова разбирается против Марии Вадеевой. Нет, там, по-моему, Стасия Шилова была сейчас против Шапановой, поэтому легко удалось разобраться. Да, я просто в последний момент увидел, что просто подбежала как раз Маша Вадеева и как бы почитал. А вот здесь, несомненно, Мария Вадеева расправляется с Елизаветой Шапановой. Центровые пока набирают очки, ну, правда нет, для Козик Курхачковый. И вот очки. Небольшой заступ у Юли, два очка засчитали судьи. 7-6 впереди Динамо, а в атаке ГМК. Настя Шилова, которая не сказать, что прошлую игру может себе занести в актив. Да, правда, 7 очков. У нее не так много. Конечно, болельщики, поклонники УГМК ждут от Анастасии Шиловой это хороших дальних попаданий. Она, по-моему, в прошлом матче всего лишь одно дальнее попадание на счету Анастасии Шиловой.
зато здесь и прямо сейчас перехват. Едва не состоялся. Расправление Шуры. И тут же то есть сыграно 3 минуты. Смотри, нет вот этого рывка, да, который был в предыдущих трех матчах, когда одна из команд... Да, абсолютно верно. Мы с этого и начали репортаж. И действительно, эта игра самая самопробная. И вот замена. Замена у ГМК. Дарья Сидорова, игрок 2001 года рождения. Игрок Динамо юниоров. Сейчас дают на площадке. И Даша заменила капитана команду Женю Белякову. Пауза у нас в игре. Судьи совещаются с комиссаром. А на ваших экранах сейчас Женя Фролкина что-то так задумала, Евгения. Небольшое совещание у судей проходит. Все-таки тут судьи смотреть эпизод. Какой-то эпизод их все-таки заинтересовал. Это мы упустили. Если нам повезет, сейчас нам покажут, что именно просматриваем. Мне кажется, это дальний бросок Юлии Козик, потому что я смотрю статистический счет 8-6, а на табло 7-6. Мне кажется, это просматривают судьи трехочковый бросок Юлии Козик. Надо отмотать немножечко. Вот сейчас нам наши режиссеры трансляции покажут этот момент. Плашка мешает нам, да? Увидели, что показали. Да, по-моему, 2 очка оставляют. Да, 7-6, все правильно, да. Счет 7-6, да, как раз разбирали судьи эпизод с дальним броском Юлии Козик. И атаки Курск. Это Шапанов против Маши Поповой. Идет борьба в краске. И Елизавета Шапанова разбирается. Ну, заметь, Кость, два игрока у Динамо забивают, пока набирают очки. Это Шапанова и Козик. Равно как и у ГМК Попова и Вадима, да? Да, если у ГМК. А вот здесь перехват от Юлии Котик. Несомненно, Юля лучший игрок в составе Динамо в дебюте этой встречи, но тут переволновалась, мне кажется. А Маша... Ой, Даша Сидорова получает первый гол. По два нарушения обеих команд. Продолжается атака Динамо. Шапанов продавила Вадееву Машу, но... Единственное, не забила. А так все было здорово сыграно. Зато Вадеева спокойно идет и не попадает. Да, вот какие-то череда таких промахов. Кого-то Юлия Козик промахнулась, Лиза Шапанова, тут и Маша Вадеева. Не стал бросать трешку. А хорошая позиция была у Елизаветы Шапановой, но воспользовалась тем, что неактивно защищалась против Жени Фролкиной Анастасии Шилова. И второе дальнее попадание. А это что? Нет, все-таки будет Шапановой пол. Не успела она две ноги поставить. Четко на паркет. Вот Василий Карасев показывает, что пол нападение. Но все равно пол не пробивной. И вот Елизавету Шапанову меняет новоиспеченный MVP Суперлиги 1 Анастасия Ларикоту. Еще раз напомню, что сегодня Динамо Фарм стал победителем Суперлиги 1. Анастасия Ларикоту осталась в Курске. Но это не помешало ей стать лучшим игроком. Да, самым ценным игроком чемпионата Суперлиги 1. А лучшим центровым стала Ксюша Нестерова. Тоже Динамо Фарм. Продолжается атака у ГМК. 13 секунд еще будет. Виктория Завьялова. Новодеева играет. Ее внимательно караулит Сатела Рикус. Ну вот как раз Елизавета Шапанова присела на скамейку из-за того, что не справляется она с Машей Вадеевой. Ну и здесь, конечно, она села Рикусу. Было тяжеловато противостоять лучшему снайперу у ГМК, лидеру сборной России, игроку сборной России, игроку с опытом игры в WNBA. А здесь перехват Марии Поповой, передача на Вадееву, быстрая атака. И вот здесь успевает. Здорово, да, Ларри Косов здорово сейчас играет против Вадеевой. Чистенько сработала в защите, мяч остается в штаме. И недовольна Мария Вадеева. Вот мы видим ее такой взгляд из-под лобья такой.
А тяжелый, вот, тяжелый взгляд, да. Как раз вот на повторе можно посмотреть. Это тут и Юля Козик так дышала в спину. И Ксюша Левченко. Выходит. Один из лучших игроков матча под номером 3. Да, который, скажу так, показатель плюс-минус. Плюс 28. На ее счету 11 очков, 4 голевых передачи, 3 перехвата и 3 подбора. 12-8 счет. Сыграно чуть больше 5 минут. Впереди Динамо. А в атаке у ГМК. И против Эвы. Ой, прошу, Эва Лисин защищается против Марии Вадеевой. Ну и да, пока Костя, согласись, Эва Лисин немножко на себя не похож. Забила 2 штрафных, отмазала пару бросков, да? Ну да, пока на ее счету 0 набранных очков. Передача Замьяла на Попову. Против Поповой Эва Лисин нарушает правила. Лисиц получает фол. 3 командных фола у Динамо, 2 у ГМК. Прошу прощения, 4 командных фола у Динамо. 4, да, 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 лимит нарушений исчерпан. Команда Динамо набрала 4 команды фола. Теперь в защите Куску в оставшиеся 4 с копейками минуты. Минут надо играть аккуратнее. Но как тут можно играть аккуратнее, если так агрессивно на... продавливала Маша Вадеева, но тут браво. Похвалим больше... опять, да, Анастасия Ларикос очень здорово, жестко в пределах правил отыграла здорово. Без нарушений, да, что позволило начать атаку. Козик. И передача на Козик, на Косову. Косову время уходит. Анастасия Ларикос уходит под кольцо, да, в своем коротком шаге обходит Марию Вадееву. Набирает свои 2 очка. 14-8. Такой небольшая засуха была у Куска. Несколько минут здесь нажимается. Но... О, ну да, тут напрыгнула, получается, Юля Козик на Попову. Да, смотрели. И да, несомненно, несомненно, будет 3 штрафных пробивать Маша Попова. А Байбурова появляется на паркете вместо Эвы Лисиц. Тоже Аделина хорошо провела третий матч, 12 очков на ее счету. Также хороший показатель, плюс 17. Провела почти 22 минуты на площадке. А Мария Попова, как я уже говорил, второй снайпер вчера, третьей встречи, пробивает штрафные. И все так же Маша Вадеева и Маша Попова приносят очки своей команде. 3 штрафных, напомню, добивает Попова. Пока 2 точно. А вот третья спазла. Зацепилась. Анастасия Ларикос за этот мяч. Но не удачно, лишь в пятку, по-моему, он прилетел. И поэтому ГМК имеет 14 секунд на атаку. Да, уже там даже девчонки Динамо уже убежали в нападение. Но немножко не получилось. В атаке у ГМК Дарья Сидорова на Вадеев. Вадеев набрасывает на Попову. Но прочитала тут уже чисто Юлия Козик эту передачу. И уже Ксюша Левченко начинает атаку русской команды. Передача на Байбурову, не стала Адельина бросать. Борется против Марии Поповы. Скидка на Козик. Козик проходит по лицевой. Скидывает на Силар. Козик шикарная скидка. И мяч в кольце. Шикарно, шикарно Анастасия Ларикос вошла сегодня в игру. Ну и в прошлый раз она не менее шикарно ходила. Правда, она в прошлый раз во второй четверти вошла, 5 минут играла. И тоже никаких к ней претензий. И вот эти 2 очка от Анастасии Ларикос вынуждает Дмитрия Федоровича Донского взять тайм-аут. Первый тайм-аут в этой встрече. Да, 16-10 и сыграно чуть больше 6,5 минут. Ну вот какие впечатления у тебя по поводу старта? Ну, мне кажется, что на хозяйке позаряженнее на борьбу выглядят в первые минуты. Да, и нет такого вот провала, как мы отмечали, как в предыдущих 2 матчах. Вот. Да, конечно, давали такой задел уральской команде, и приходилось, конечно, догонять, а догонять всегда это тяжело. А здесь уже, да, вот ровно начали, и вот сейчас мы даже видим преимущество, даже можем немножко пробежаться по статистике, наверное. Ну, я, конечно, не люблю статистику говорить в первой 10 минутке, в самом начале, потому что все это меняется постоянно, но все равно я хочу отметить хороший процент реализации средних бросков, 56% реализации и 67% реализации, да, вот статистика как раз на ваших экранах, 67% реализации дальних бросков, 2 точных дальних попадания.
наши любимые по потерям. 4 у ДФК, 1 у Динамо, и с перехватом 3-1. Да? Вот, собственно, почему лидирует Динамо. Да, и пока вот не используют периметр у ГМК, была одна попытка, и она неудачная. Но 67% реализации было двухочков, на вашем экране видели у Уралочек. Но игра возобновилась, перезакончился, и в атаке у ГМК дальний бросок от Дарьи Сидоровой, который точно попадает в руки Жене Фролкиной. Не поменял пятерки, смотрю, ни один, ни второй наставник, пятерки все те же. На площадке Ксения Левченко бросит мяч на Сева Рикосу, но передача на Юлю Козик. Отлично и подбирает Евгения Фролкина. Продолжается атака хозяев. Ксения Левченко, заслона от Косу. Левченко врывается в краску и сама решает. Но тут Анастасия Ларикосу поборолась, второй темп не прошел, потому что помешала Маша Вадеева. Может получиться быстро нападение у ГНК, то, чего не хватало вражеской команде в предыдущей встрече. Ну и, кстати, да, Экрус тоже, по-моему, там три атаки получилось у Экруска, быстрое нападение Шилова. Средний бросок не точно, и подбор за Аделиной Абайбуровой. Левченко быстро бежит с мячом на половину поля соперника. Отличная скидка. Анастасия Ларикосу просто разрывает Марию Вадееву. Они играют друг против друга. В защите играет Анастасия Ларикосу, соответственно, против Маши. И Маша в защите против Анастасии Лары. Но пока лучшие дела обстоят у Анастасии Ларикосу, который, напомню, 21 апреля исполнилось 17 лет. Игрок 2005 года рождения. А знаешь, что Константин? Сейчас лучший снайпер в составе Курского Динамо. Ну, глядя на того Анастасия Ларикоса, счетом которой 6 очков. Ровно столько же у Марии Поповой из УГМК. Ну, пока вот, как я отмечал, больше доминируют игроки передней линии. Ну, конечно же, у УГМК всего лишь два игрока набирали. Это Маша Попова и Маша Вадеева, на счету которых 10 очков, 6 у Поповой, 4 у Вадеева. Средний бросок от Аделины Абайбуровой. Ну и также, что можно ответить, 4 у Шабановой, 6 у Косу и вот 2 очка от Аделины Абайбуровой. Передняя линия пока работает у обеих команд лучше, чем игроки задней линии. Тем временем 10 Динамо выходит. Потихонечку в отрыв. Главное не расслабляться, а мы знаем, что Динамо может это сделать. Ну вот я, да, какие-то могу параллели провести с первым матчем, когда там тоже Динамо доминировал в первой четверти. За счет вот этого крупного счета удалось команде довести дело до крупной победы. Как я уже говорил, что первый матч закончится со счетом 68-44. Это самая крупная в истории Динамо Кус победа над командой УГМК. Ну и еще помнишь, третий матч тоже исторический для Курского Динамо. Все 4 четверти удалось сделать. Да, впервые в истории. Верное замечание, верное. Продолжается атака УГМК. Время заканчивается. Успевает выбрать мяч. Но здесь еще раз похвалим Анастасию Ларикосу, которая защищалась персонально против Марии Вадеевой. Отвечем Ксения Левченко, разыгрывающей команды Динамо Курс из города России. Игрок по 91 номерам работает с мячом сейчас того. Передача на Фролкину. Фролкина сразу. Надо совершать. Это первая четверть. Люблю я называть четвертя именами игроков, фамилиями, но первая четверть — это замена четверть имени Анастасии Аларикосу. Анастасия Шилова. Передача на Марию Вадееву. Ну как-то сегодня... Здорово играют в защите. Смотри, Маша кольцо улетело. Ну как-то вот замена. Юлия Косик покидает площадку, вступает в игру Анна Права. Сейчас у нас будет два номинальных разыгрывающих. То есть у нас это Динамо Курск, это Ксения Левченко и Анна Буровая. То есть, да, угадаю, будет, наверное, попытка броска из руки, я придирал. Да, потому что время уже первой четверти заканчивается. Играть чуть меньше, ну, чуть больше 20 секунд. До последнего будут, наверное, разыгрывать этот мяч. Что и делает Ксения Левченко. Да, скидка, правда, на Аделину Абайбурову не получилось у Ксюши. Но зато нарушает право на Аделине. И Аделина будет пробивать штрафные броски. Да, несмотря на то, что это третий у команды УГМК. Но так как это нарушение в фазе броска произошло, Аделина Абайбурова будет пробивать штрафные броски. Два из двух в прошлом матче Аделина реализовала. Продолжает не мазать за штрафной, а всего, если брать по плей-офф, у нее 67% реализации с линии штрафных бросков. 15 секунд.
10-0 рывок. Вот такой Динамо совершила. Да, как-то у ГМК уж очень сильно команда просела. Почти 4 минуты не может забить Екатеринбург. А, это, пожалуй, заключительная атака первой четверти. Поповой сиреной отправить дать кольцо. Счет 24-10 перед окном. 2 минуты и вновь вернется в эфир. На паркет спортивно-концертного комплекса «Курска», где идет четвертый матч финальной серии премьер-лиги. «Динамо» принимает у ГМК и после 10 минут игры выигрывает со счетом 24-10. Да, вот, несомненно, вот первая четверть шикарно вышла с хоккейки на Сео Рикоту, который принесла своей команде 8 очков и была автором вот этого рывка. «Динамо» 10-0 в первой четверти. И вот немного не в своей тарелке Мария Вадеева, которая без замены сыграла первую четверть, как и Мария Попова, Виктория Завьялова. Ну и еще раз вернусь к тому, что да, более длинная скамейка у Василия Николаевича Карасева. Если в прошлом матче Наталья Анокина, не ходил там Наталья Анокина, Анастасия Шувалина, то, конечно, у ГМК еще раз вернусь к этому, что скамеечка немножко поменьше. Ну и пробежусь по статистике, пока команды готовятся ко второй четверти. 57% реализации двухочковых выпусков, 50% реализации трехочковых, 2 точно дальних попадания. Одно на счету Козика, одно на счету Жени Фрукиной. 44% реализации двухочковых команды ГМК. Ну это 10 очков, сами видите, не использует команда броски из попытки, которые ничем не увенчались. Ну и что еще хочу отметить, такой самый-самый, ну, пожалуй, один из самых важных факторов, это, конечно же, подбор. По подбору 11-5. И представляете, что на своем счету, на своем счете команда «Динамо» не позволила сопернику сделать в первой десятилетке ни одного подбора. А сразу напомню, ну, скажу вам всем, что Маша Вадеева, ну, лучший снайпер и лидер ГМК и сборной России. И также Мария Попова, тоже игрок сборной Республики Беларусь. И тоже на данный момент после ухода легионеров, это тоже один из лидеров команды. И всего лишь 5 подборов на двоих. А тем временем «Динамо» заставляет не выбросить мяч в течение 24 секунд. Вот так, ГМК. Вот, еще раз повторимся, хорошую защиту показывают игроки «Динамо». Ну вот по сравнению с как закончилась первая 10-минутка, составы поменялись, а тут трехочковое попадание от Юлии Козик. Продолжает верить Юлия Козик, это ее 8 очко и счет 27-10. Небольшое изменение произошло у Курска. Даже тут 2 изменения, потому что Ансела Рекуфа присела, Лещенко присела, а на скамейке сейчас Женя Полкина, Буровая, Аделина Байбурова, Шабанова и кого-то я забыл. Может, наверное, Юлю Козик я забыл. Да, наверное, ее. А отметим, что очень долго у ГМК не забивал, наконец, Шилова 2 очка принесла свою команду. Ну да, там они еще в первой 10 минутке, минут 4 не забивали, и вот только сейчас, спустя 1 минуту. А вот впервые в этом матче у команды ГМК вступает Альбина Ражева, и под номером 9 выходит Евгения Городыгина. Напомню, что эти два игрока пополнили команду ГМК в период трансферного окна. Городыгина пришла из «Спартака» Ногинск, а Альбина Ражева из венгерского «Дьора». И Василий Карасев сразу реагирует, его Лисицу он выпускает вместо Аделина Байбу. Да, вновь такой сдвоенный центр у Курска, Аделина Шабанова и Лисиц. А тут проход от Аты Буровой. 29-12 плюс 17. Виктория Завьялова, который не уходит с площадки, точно так, как и Маша
Фадеева. Вот только-только пересела Маша Попова, которая без замены отыграла первую секунду. Дальний бросок не точно. Кучарук, подход. Второй тэп в исполнении Марии Вадеевой. И Маша Вадеева будет пробивать один полный штрафной. А Женя Фрогина получает фол. Это первый фол для Евгении Фрогиной в этой встрече. Ну, а, кстати, Мария Вадеева, наверное, первый подбор, да? Да, да, это первый подбор вообще для команды УГМК. И автор этого первого подбора на шоу-чите – это Мария Вадеева. Маша не промахивается с линии штрафных, ну, в данном эпизоде, я имею в виду. Да, тречка в одной атаке от Вадеевой. И вот смотрю, да, действительно, силы не безграничную команду УГМК. Уже даже в самом начале первой десятиминутной, первой половины встречи не прессингуют лисицы, не прессингуют лисицы, встречают на своей половине. Юлия Козик, проход под кольцо, борьба за мяч. Мария Вадеева выпрыгивает выше Елены Шабановой. И сама же с мячом мчится в сторону кольца соперника. Анастасия Шива вошла в красу. Скидка на Альбину Ражу, возвращается мяч к Шивой. 10 номер, заход по дуге, да, череда передач, наброс на кольцо, удар в исполнении Виктории Завьяло, первого номера команды УГМК. Сейчас хорошая атака получилась у лисиц. Да, такая затяжная, быстро двигали мяч лисицы и логическое завершение, 2 очка Завьяло. Останна Куровая продолжает верить из-под кольца. Да, не заставила ждать ответка от Динамо. И Анна Буровая отправляет мяч кольцо. Двойную замену готовит Василий Николаевич Карасев. Левченко и Ольга Фрунзе готовы вступить в игру. Проход от Анастасии Шиловой ничем не заканчивается. И уже мяч подсказывает Эва Лисин. Сама же идет на кольцо. Скидка шикарная за Елену Шабанову. Да, конечно, легко играет Динамо сегодня. И тайм-аут. Дмитрий Федорович, второй тайм-аут берет в первой половине встречи. Больше у него нет. 33-17, конечно, очень и очень обескураживающее начало. Это огромный плюс для Динамо и жирный минус для команды УГМК. Потому что напомню, что счет серии 2-1 впереди Динамо. На ваших экранах группа поддержки Курского Динамо, которая на протяжении всего сезона, практически всего сезона, потому что сезон тоже начинался, прерывался из-за пандемии, ну, я имею в виду без болельщиков, то есть не было, конечно, никаких в этом году переносов. Если ошибаюсь, в Курске все матчи, было, прошу прощения, СБА был перенос, а так все прошло гладко, и надеюсь, что больше такого не повторится. Закончен тайм-аут, судьи приглашают на площадку игроков. Да, вот статистика, вот вы также видите, что нет дальних попаданий у ГМК. Потерь много, 7 потерь, потому что, ну, много, как, 7 потерь у ГМК и всего лишь одна потеря у Курска. Да, пока мы не видим у ГМК ни быстрых отрывов, ни такого давления под щитами, которые мы привыкли видеть. Даже я сейчас уже не делал акцент на легионеров, которые были, нарушает правила. Смотри, Ксения Левченко напрягала, да, Завьялова, в итоге фол получает Коротыгина, да, по-моему? Да, и Женя Коротыгина. Хотел помочь, конечно, но это хоккейный прием, когда вот... Как на Петро принять. Да, набор называют это хоккеисты. В атаке Курск. Юлия Козик. На Левченко. Левченко наброс сильный, но вылавливает Елену Шабанову. Вырвалась она от опеки Вадеевой. Просто Левченко опять от Юлии Козик. И очередное дальнее попадание. А вот теперь Юлия Козик становится лучшим снайпером в составе Динамо. 11 очков и еще даже не прошло 5 минут. Или во второй минуте, а уже есть у нас один игрок, который преодолел отметку 10 набранных очков. Так называемый гроссмейстерский рубеж, борьба под кольцом. А вот сейчас начинают цепляться, начинают гости за чужой щит. Да, пока второй темп не проходит, бросок на 45 от Виктории Завьяловой. Да, и накрыли Вику, и Виктория этим и воспользовалась. Очень вовремя отмечу, эта трешка зашла сейчас. Только я вот не обратил внимания, это, да, 3 очка, все правильно. Но Виктория Завьялова первый номер. Значит, на Марию Вадеева, дальше на Шилу заслон. Такая
двоечка была от Вадима Шилова. И вот здесь мы увидели, если не ошибаюсь, 7 очков подряд от команды... Да, 5 очков подряд от команды УГМК. И, конечно же, этим не может быть доволен Василий Николаевич Карасев. Он берет тайм-аут. Мне кажется, то есть, Динамо нельзя вот в эту ввязываться в борьбу. Надо гнуть свою линию, грамотно защищаться, где-то придерживать мяч. Конечно, надо иметь кого-то другого, потому что девчонки, они прекрасно видят что-то того. И вот, допустим, с нашей позиции, допустим, не знаю, как тебе, но мне кажется, очень легко играет Курск и как бы легко набирает очки. Может, это немного и расслабляет девчонок, и поэтому вот как раз вот эта расслабленность и привела к тому, что чуть-чуть подсократили разницу игроки УГМК. 36-22, напомню, сыграно чуть больше 4 минут во второй четверти впереди Динамо. Напомню еще раз, первый тайм-аут взял Василий Карасев, наставник русской команды. Возвращается команда на площадку, русская замена не наблюдается. Сзади будет играть также Левченко, Козик, а впереди Ольга Фокина и все так же две центровые Эва Лисец и Елизавета Шабанова. А у ГМК, в свою очередь, Завьялова сзади, дальше Шилова, Радыгина и впереди Ражева с Вадеевой составлять ударную мощь УГМК. Высоко поднимается Лиз Шабанова. Обыгрывается сквозик Левченко. 10 секунд еще на атаку Динамо. Выманивают. Вот опять у меня позиционное нападение, затягивается у Курска. Вот только так приходится Юлии Козик делать в конце, потому что, ну, вот позиционное нападение, ну, я скажу так, не получается у Курска. Если девчонки хотят, чтобы были очки в позиционном нападении, надо чуть более активнее играть, чтобы и мяч двигался, и девчонки менялись местами, потому что мы даже видим, что в большей степени игроки Динамо стоят. Один раз вот пробежка. Да, так и есть. Не готовит там на бровке штампов. Да, потому что, ну, действительно, завозилась мячом Альбина Ражева. И броки, все верно, да. Сзади сажает Альбину Ражеву. Дмитрий Федорович возвращает в игру Марию Попову. А Ксения Левченко без проблем переводит мяч на половину поля соперника. И начинается вновь затяжная атака Курского, Курской команды. Ну и, кстати, Анастасия Ларикосу появилась вместо Елизаветы Шабанова. Это пауза. Скидка на периметр на Козик. 8 секунд. Просит Юля за слот. Получает. Пошла Сторовская скидка. Ну вот здесь все хорошо было сыграно. Да, вот и открылась Анастасия Ларикосу. Увидела это Юля Козик. И каким-то только чудом мяч не провалился в кольцо. Но тут опять агрессивно играет Фадеева. Выдавливает, продавливает Анастасия Ларикосу. Но Анастасия Ларикосу не поддается. Без нарушений закончилась атака Курска. Но здесь вот бросок дальний от Левченко. Подбирает Лисец и нарушает правила на Эви Лисец. Эва Лисец будет пробивать два штрафных броска. А он будет выписать Виктории Завьяловой. Это второй гол для Виктории. Третья команда для УГМК во второй 10 минут. И подзывает к себе Василий Николаевич Карасев, Ксению Лесенко, дает какие-то выставления. Пока есть пауза. А у Лисец пока 0 в графе набранной очки. Да, вот это конец первой очки. Уже на линии штрафных Эва Лисец. Пока вот только-только с третьего броска удалось Эве распечатать кольцо соперника. Ну и не сказать, что у нее так много. Да, как вот что-то Эва Лисец пока не настроена. Ну, может, она бережет силы для второй 10 минутки. Передача на Шилову, Попова. Попова в окружении двоих игроков. Ну, тут, конечно, Виктор Завьялову очень-очень жестко встретили. Вот Юля Козик. Юля извиняется сразу. Ну, конечно, это не специальный фол. Вот борьбы так получилось. Ну да, такая взрывная атака могла бы получиться у ГМК. И, конечно, еще раз отмечу, хорошо двигают мяч игроки в темной форме. И, конечно, да, только так, только с нарушением. Да, убирает Василий Карасев, Юля Козик сразу с паркета. Да, и опять сзади будут два игрока, которые больше
играют на позиции первого номера Татьяна Буровая и Ксения Левченко. Два игрока сборной России, отметим. Сидорова появляется на паркете. Да, у команды УГМК. И Карантыгина. Начинается атака УГМК. Вадеева ищет продолжение, но очень-очень хорошо напирают, разобрали всех игроков. Да, здесь у нас смогла развернуться Маша Вадеева, хотела и да, могла использовать преимущество гости по сравнению с Анастасией Ларикосу, но бросок не получился. Чем-то испугала Анастасия Ларикосу Марию Вадееву. Попова фол получит, не по правилам она сейчас обошлась. А вот и Ксения Тихоненко впервые вступает в этот матч, и меняет она кого-кого? Марию Вадееву. Конечно, Марии. Ну и сразу давай вернемся опять к первой четверти третьего матча, когда вот Маша Вадеева присела на скамейку запасных. Там, напомню, что у нее было два фола, и тур совершил рывок 14-0. И если ошибаюсь, то тогда также рывок это начала Анна Буровая, которая сейчас отметилась тремя очками. Счет 40-22. Играет 3,5 минуты во второй 10-минутке. Дарья Сидорова, средний бросок. Без проблем отправляет и первые очки Дарьи Сидоровой в этом матче. 40-24. Горит на табло, счет на ваших экранах. А в атаке тут Эва Лисис против нее Ксения Тихоненко. Не стала Эва бросать. Сделал передачу на Левченко. Да, не глядя, получает болезненный удар в ухо Ксюша. Но не выключается из игры. Проход по лицевой, но тут, конечно... А что, считать будут, интересно? Мне кажется, нет, потому что это уже было на третьем шаге. Нет, пока не считать, да, потому что там уже было два шага. И вот, выталкивало. Да, просто да, понятно. Выталкивало Виктория Завьялова. Для Виктории Завьялова это уже третий гол. И напомню, что Виктория Завьялова это один из игроков УГМК, который играет фактически без замены. Очень всего времени проводит на площадке. Основной разыгрывающий, потому что, ну, вот Даша Сидорова, да, она тоже играет на позиции разыгрывающего, но опыта пока у Даши, конечно, не хватает. Два на табло зеркало. Радующая глаз курского болельщика. 42-24. УГМК. Шилова. Шилова сейчас на Севарикоту. Военно высоко играет на кольца. Играет на Сидорову. Я вот сейчас немного не могу понять, это ошибка в размене была, или Ансел Рикосу играет против Шиловой. Ну тут, конечно, с уходом Вадеевой мощь. Уронили Попову и что? Все-таки обвинили в этом Ксению Левченко. Это третий командный фол для Динамо. Но при броске было нарушение. Да, и вот как раз на повторе это хорошо видно. Да, и все-таки по ходу очень-очень похоже, что он сегодня играет против Анастасии Шиловой. Мария Попова реализует. 22-26. Мария Попова лучший снайпер, как ни странно, в команде УГМК. 7 очков у Марии Вадеевой. Ансела Рикосу высоко играет. Прокина против Прокина и Тихоненко. Мяч в пробой. Но Ольга Прокина. Время заканчивается. Дальний бросок не точно. И мяч в руках Виктории Завьяловой. Дарья Сидорова. Заход по дуге. Но тут успевает Ольга Прокина. Караулила, да, этот заход. А там ошибка на размене, Буровая против Тихоненко. Ну да, тут, конечно, тяжело. И даже на помощь спешила Ксюша Левченко. Ну, конечно, бросьте здесь. Даже вдвоем не смогли справиться. Ксения Тихоненко на полторы головы выше как Ксении Левченко, так и Анны Буровой. Замена. Ольга Прокина покидает площадку, а ее сестра Женя в игре. Очка. Исполнение
Верно, ГМК. Ну вот Ансело Рикосу против Марии Вадеевой смотрелось гораздо лучше. Вот симпатичнее. Сейчас, да, симпатичнее. А вот шустрая Анастасия Шилова, которая обладает дальним броском. И, конечно, за ней нужно глаз да глаз, потому что, да, хоть счет 42-29, но достаточно несколько дальних попаданий, и уже игра будет иметь абсолютно другой характер. Немного не разобрались Ксюша Левченко и Эва Лисец. И Аделину Байбурову Василий Карасев пропускает вместо Анастасии Ларико. Ну вот о чем я и говорю. А тут Саша Маша Вадеева рвется в бой. Она увидела, что Анастасия Ларикосу присела на скамейку. Сейчас у нее будет простор. И она сейчас в оставшиеся полторы минуты времени покажет. Потерзает Эву Лисец. А вот Куз прессингует на половине поля соперника. Да. А что, два маленьких играет, почему бы и нет, как говорится. Ну да, вот правильно ты обратил внимание, потому что у нас Буровая и Левченко, а у команды УГМК Сидорова и Завьялова. Шилова с мячом, Сидорова сейчас наброс на Машу Вадеевой. Ну, бросать нельзя давать, а дают бросить. Ну, пока Зоре здорово, Ксения Левченко везет с мячом, но там пока никого нет. Да, я так боковым зрением видел, что команда там не успевает за ней. И поэтому продолжается атака. Круто, бросок под 45 от Алины Байбуровой. Подзор за Марии Вадеевой остается. Кстати, у Марии Вадеевой уже 9 подборов. Ох, то есть тут что-то из элемента футбола. Как вот так высоко крутит и бедра. Хотел подчеканить, мне кажется, баскетбольный мяч. А знаешь, что проблема? Динамо может забить его. Да, и у команды получили ущерба. Да, тут что-то как-то не успела сложиться Аделина Байбурова, но вышла права Аделина на Марину Попову. А Марина Попова на данный момент лучший снайпер команды ГК. После линии штрафных она сейчас набирает свое 9-е очко. Мария реализует. Да, пока у Курска небольшая засуха голевая. 7 очков у ГМК успел за это время набрать. И за 3, естественно. Но время уже заканчивается. Второй четверти 30 секунд остается. До последнего будут разыгрывать мяч игроки Динамо, но даже не смогли атаковать кольцо. Совершили обидящую потерю. И полноценно в ногу Юрий Косик попал, поэтому... Но еще атака у Курска будет. Ну, если, конечно, правила не нарушить сейчас. Осталось... Не раздумывая бросает из-за дуги, не держит. И 10 секунд на атаку у Курска. Можно и позиционку разыграть, а можно сделать такой шальной бросок. Что делает Ксюша Левченко? И на перерыв команды уходят при счете 45-31. Отдохнем 15 минут и вновь встретимся в эфире. Just a little.
Знаю, за сегодня точно нет лучше. Знаю.
сюда утро смотреть на звезды. Тебя гремая руки и костер. Так красиво поднимает искры в воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Тут со мной лятится, с теми шагами назад. И вот мы стали сильней, но накрывали тоска. Я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю. Мы все сильнее себя, погнали внизу. Простите меня, а тут про любви. Но это утро, и Yeah.
что ж, дорогие друзья, продолжаем трансляцию из Курска, где в четвертом матче финальной серии премьер-лиги «Динамо» принимает Екатеринбургский ДНК. И пока выигрывает со счетом 45-31. Сегодня полный зал, настоящий праздник баскетбола, и за это хотим отдельно поблагодарить отдел маркетинга и менеджмента баскетбольного клуба «Динамо» Курска и его руководителя Евгения Сконина. Все классно, отличный праздник, отличный баскетбол, все классно в фойе, развлечения, главное, что игра хорошая. Ну, а пока команды выходят на площадку, давайте пробежимся по первой половине встречи. Напомним, что расчет после первых 20 минут игры 45-31 впереди хозяева площадки «Динамо» Курск. Первая очередь осталась за «Динамо» 24-10, а вот во второй очереди «Зрачит» уже прошла правда победа и завершилась она со счетом 21-21. Вот из интересных моментов это что можно у нас отметить? Это, конечно же, обращусь к команде гостей, это слабая результативность Марии Вадеевой, потому что мы привыкли, что Маша уже в первой половине 10 и более очков и такой лидер команды. А сейчас мы видим в графе набранных очков всего лишь у нее 7 и показатель минус 16. Это было в первой половине. Сейчас после точной атаки Эвы Лисиц, конечно, у нее разница плюс-минус вставой. На гость перебью, коль ты про Вадеева заговорила, стоит отметить Анастасию Ларикот. Опять. Да, это как раз я и хотел сделать во второй части. Анастасия Ларикот очень хорошо вышла в первой четверти, набрала 8 очков, была одним, ну, как я уже говорил, первую четверть можно смело назвать застрельщиком, да, вот этого рывка. Анастасия Ларикот, у которой набрала 8 очков, тогда и стал лучшим снайпером команды. Вот, а вот во второй 10 минутке она вышла, но набранными очками не разжилась. Вот, ну там и помните, она еще играла против Анастасии Шиловой. Продолжается атака Курска. Вот, и по поводу подборов, что я хотел сказать, выровняли. Если в первой 10 минутке Курск доминировал на счетах, как на своем, так и на чужом, то уже во второй четверти как бы команда ГМК подтянулась, и по подборам примерное равенство. 17 подборов у Курска и 14 после первой половины встречи у команды ГМК. По потерям вот у Курска, конечно, хороший плюс. Это минимум потерь, всего лишь 4 потери. После первой четверти, после первой 10 минут вообще всего лишь одна потеря была. Если не ошибаюсь, ни одна из этих потерь к набранным очкам не привела. Но вот у команды ГМК потерь 9. Ну и по лучшим снайперам. Давайте сразу же и закончим и наблюдать за игру. 11 очков у Великозик, лучший застрельщик команды «Динамо», у которой 3 дальних попадания. И 10 очков у Марии Поповой. Она лучший снайпер команды УГМК. Попытка была удачной Сидоровой атаковать из-за дуги, но тут Эва Лисинс. Да, пробежка. Прыжок на месте. Хотя Василий Николаевич Карасев не понимает, почему не дали фол. Да, потому что там несколько человек прям пытались остановить, и причем На грани фола там был. Да, предыдущий остановок. Вот и показывает Эва Лисинс, что все руки расцарапаны. Свежие шрамы. Боевые раны пыталась показать судьям, но судьи непреклонные. Напомню, что бригада арбитров следующая, старший судья Сергей Негерев, Ярослав Орешкин и Артем Лаврукин. Отдают судьи мяч «Динамо» сейчас. Счет 47-31. И с мячом будут «Динамовки». Да, еще раз отмечу, что не прессингуют гости. Позволяют спокойно перевести мяч на свою половину поля. И вот там уже встречают соперника. Бросок по 45 точно. 50-31. А вот уже хозяева добрались до отметки 50 баллов. Плюс 19. От Елизаветы Шабанова. Но вторым темпом все равно Маша Вадеева отправляет мяч в кольцо. И это еще раз говорит о том, что не стоит выключаться
когда ты борешься против Марии Вадеевой. Не тот она игрок, который сразу же будет сама уходить из борьбы после первой же неудачной попытки. Тем временем фалит Настя Шилова. Ну вот Настя Шилова, вот у нее сейчас 7 очков и в прошлой встрече также было 7 очков. И как бы тяжело даются очки игроку сборной России. А вот тут уже Попова цепляет. А, и Попов руку поднимает Сидорова, да? Да, Сидорова там. Да, и мяч штрафный будет из-за этого Шабанова в своем таком коронном, немного даже цирковом стиле. Любит она исполнять штрафные броски, постучав мячом об паркет, и вот так элегантно отправляет мяч в кольцо. В третьем матче она не пробивала штрафные броски, а вот сегодня... А, нет, прошу прощения. В третьем матче она пробивала 2 штрафных броска, и также была реализация 1 из 2. Точно так же, как и сейчас. 1 из 2 реализовала Елизавета Шабанова штрафные броски. 7 очков всего у Елизаветы. Отчет у нас на ход 51-33. А в атаке у ГНК Мария Попова. Продавливает она Ольгу Фролкину. Набирает 2 очка. И Маша Попова все так же лучший снайпер команды у ГНК Екатеринбург. Еще что стоит отметить. Не уходили с площадки у гостей. Это Вика Завьялова и Настя Шилова. Без замены играют эти девчонки. Не считают, не защитят этот мяч. Мила. А мы сейчас посмотрим. Да, наверное, выскочила. Там просто такая была борьба, как говорится, в кость. Ошиблась немного Эва Лисец. А вот игроки Динамо, в частности, Анна Буровая, поддавливает Виктору Завьялова. Сейчас мячом Анастасия Шилова, против Ольга Фролкина на широком шаге. Настя Шилова обходит Ольгу Фролкину. И сокращается потихонечку на отрыв. 51-37. Если было 19 очков, то уже 14. 51-37. Позиционное нападение Куска. Просит мяч Шабанова. Протискивается она сквозь Марию Попову и Дарью Сидорову. И Попова фалит. Решает правила Маша Попова. А это... А, Даша Сидорова. Даша Сидорова нарушает правила. Для Даши это 3-й фол. И вот... Удивительно, посмотри, 2 персонажа замечания против Шабановой, да, Даша Сидорова получила. Хотя по позиции вообще не игрок. Шабанова. Я хочу что еще отметить, что вот у разыгрывающих ГМК 3 нарушения. Это Виктория Заяву, напомню, 3 фола и также 3 нарушения у Дарьи Сидоровой. Сейчас именно это Шабанова точна, 2 из 2. Собралась и реализовала обе попытки. Но 9 очков, 2-й снайпер из-за это Шабанова в этой встрече. Ну и теперь защита должна быть хорошей. Динамо Шилова из-за дуги не точна, подбор залезет. Быстренько вернулись в свою половину поля игроки у ГФК. И вот Попова еще фол. Заплела ноги. Она сейчас Шабановой. Ну, хотя вот здесь, я считаю, какой-то повод. Да, это 4-й командный фол ГФК. И он какой-то немного необоснованный, потому что никакой угрозы Елизавета Шабанова не представляла. Двойная замена у ГФК. Тихоненко возвращается на паркет. И впервые в этом матче Марина Кривоватова. ГМК сейчас момент команды Динамо нет. Не пустили Анну правую краску, но зато Эва Лисец на широком шаге хотела обойти она Ксению Тихоненко. Тихоненко здорово сейчас защиту сыграла. Да, и не позволила она Эве Лисец реализовать быструю атаку. Вадеева, средний бросок не точно, борется за этот мяч Лисец и Кривоватова. И отрыв за Шабановой мяч уходит за лицо. Замена Музга, Аделина Байкова меняет Эву Лисец. Но Эва Лисец устала, видно, и она сама просила замену. И выступает Аделина Абайкова. Завьялова. Как-то
оставили ее совершенно одну, не поверили, а Вика в себя верит. Вика обошла как кегли, как стойки двух игроков «Динамо». Вышел 1-1 с кольцом и 2 очка в корзине. 53-39. А тут Ксения Тихоненко. Только вышла на площадку, вернулась на площадку и получает... Оу. И смотри, как интересно, она сейчас валит, а Далина Байбурова сразу идет на пич штрафной, посмотри. Ну, потому что лимит. И пошла, смотри, Далина пошла. Потому что лимит команды в нарушении в 30 минут, и команда УГНК исчезла. И поэтому все нарушения в защите со стороны УГНК будут пробиваться. А у Курска всего лишь одно командное нарушение в третьей четверти. А сыграно почти 5 минут. Один из двух реализует Далина. 5 очков у Далина Байбуровой. Ну и что? Давай еще раз отметим, что точно так же, как и в третьем матче, все игроки, которые выходили на площадку, отметились набранными очками у Курска. Не выходили пока это только два игрока. Это Наташа Анойкина и Настя Шулагина. Ну, кстати, они зато появились, помнишь, в первом матче в Екатеринбурге обе. И Наташа Анойкина даже 2 очка успела набрать. Ну, тогда, конечно, разница в счете была просто колоссальная. И, конечно, там, как говорится, грех не использовать было полностью всю скамейку. Ксюша Левченко вступает в игру. 91 номер. Заменила она Анну Бравую. Ну, Ксюша будет активно мешать воду мяча Завьялу, но особо там помех не было. Настя Шилова с мячом против Ольги Пробиной. Наброс красный. Ну, а Тихоненко, Тихоненко, казалось, разбирается против Адалины Абайбуровой, но разбирается с ошибкой. Да, пробежку, по-моему, зафиксировали, да, арбитры? Ну да, она там завозила за мячом, долго простояла в краске. Плюс защите Динамо, как говорится, плюс к карме. Ксения Левченко никуда не спешит. Играет с Юлей Козе. Юлю там в углу зажали. Хорошая передача. И Мария Вадеева нарушает правила. Ой, еще раз хочу обратиться к Марию Вадееву, как Маша какая-то сегодня сама не своя. Да, вот давай еще скажу, что на ее счету пока всего лишь 9 очков. Да, у нее 11 подборов, 3 голевые передачи. Но вот как-то вот в защите, опять мы видим цирковой номер исполнения Елизаветы Шабановой, но мяч в кольцо не заходит. Будет вторая у Лизы попытка. Кстати, вот Эва Лисец пробивал 4 штрафных в сегодняшнем матче и всего лишь один точный бросок. Ну вот, Елизавета Шабанова получше реализует штрафные. 4 точных попаданий, и это 10 очко Елизаветы Шабановой. Подбирается она Юлии Козик, ручным снайпером. Вот как раз Юлия сделала перехват. Остались 2 игрока на своей половине. Это Вадеева и Шилова. Шилова успевает вернуться. 5-3. Аделина Байбурова решает бросить сама, наверное, зря. А вот здесь Вадеева, да, с нарушением Маша Вадеева останавливает. Возмущается Ольга Прокина, да как же так? А это 3-й фол для капитана команды. Но вот, кстати, вот у Ольги Прокиной сегодня 3 набранных очка и 3 нарушения. Всего по 3. Евгений тоже 3 очка, но она сейчас уходит на паркет. Да, заменила Ольгу она и Евгения на паркете. А Маша Вадеева будет пробивать штрафной. И любое точное попадание, так оно и есть, оформляет Маша дабл-дабл. Первым из игроков в обеих командах. Но редко, очень редко Маша Вадеева уходит так, без дабл-дабла. Да, кстати, в третьем матче, что стоит отметить, все-таки ушла Маша Вадеева. Да, она набрала 24 очка, но всего лишь 9 подборов. Сейчас все чуть не хватило. Да, в третьем матче. Да, вот сейчас как бы с подборами неплохо, но вот с набранными очками... Не сильно хорошо. Да, очень. Даже плохо. Юля Козик против Перволаповой сейчас. Марина Перволапова справляется и может получиться быстрое нападение. Да, там небольшой заступ был у Завьяловой, но мяч цели не достигает. Быстро-быстро вернулись лисицы на свою половину поля. А Юлия Козик все так же против Марины Перволаповой. Передача на Аделину Байбу. Не стала Аделина бросать. Отдала Левченко. Левченко дальше на Козик. Просит мяч Шабанова. Оттеснила она Машу Вадиеву. Что позволило Юлии Козик делать заход в руки и отправить мяч
кольцо. 57-41. Юлия Козик, 13 очков. Да, мы помним нашу старинную еще ивентовское, да, правило. Если Козик набирает 15 и более очков, это равно победа. Это равно победа, да, есть такое. Продолжается атака у ГМК. Дальний бросок у Шилова не прошел, но зато на подборе Ксюши Тихоненко. 10 секунд еще будет у Ямаса. Нарушает правила Шабанова. Ну, Хоу не пробивной, это четвертой командой для Динамо. И 4 секунд на атаку будет у ГМК. А играть 2 минуты 47 секунд в третьей четверти. Анастасия, двойная замена, да? Будет? Да, Анастасия Рикосу, Эва Лисис и Анна Пуровая. Анастасия Рикосу впервые выходит во второй половине встречи. А заменили они Козик, Шабанову и Аделину Абайкурову. Продолжается атака у ГМК. Виктория Завьялова, первый номер. Передача, это была на Тихоненко, но все Тихоненко отвернулись. Уже ушла оттуда, из этой точки, куда летел мяч. Но я еще обратил внимание, даже Маша Вадеева не смотрела на эту передачу. Какая-то у нее была другая задача, отвлекающий маневр она делала. Да, вот ошибка, очередная потеря у ГМК. В атаке пуска, она буровая. Женя Фролкина с мячом на периметре. Передача на Левченко. Просит она помочь, просто помогает. Остается мяч у Динамо, и 8 секунд еще будет на атаку. Ну, там я смотрю, Маша Вадеева пошла на помощь, хотел перехватить этот мяч, оставили свободную косу, увидел это Левченко, сделал на Анастасия передачу, но в последний момент перехватили. Дарья Сидорова сейчас на площадке. А из-за лицевой вводит Эва Лисиц. Средний бросок. Капитан. Евгений, прошу прощения. Я что-то вот какой не на коленник посмотрел, а просто. В любом случае, 2 очка в копилке Динамо, и это очень. И в любом случае от Пропина. Завьяло. Работает с мячом. Время заканчивается. 2 секунды еще будет. Да, Василий Николаевич показывает активно судим, что мяч кого-то задел за ГМК и должен перейти его команде. Но нет, замена. Перволапова уходит и выступает Мария Попова. 2 секунды на атаку. Да, сразу выбрасывает. Виктор Завьял выпрыгивает вверх, она засела Рикосу. И Тихоненко нарушает наведение. Улыбается Ксения. Да, закрывает глаза, показывает. Сначала уже, мне кажется, показал, что типа это не я. Смотрите, как выпрыгивает высоко от Силы Рикосу. Выигрывает она в борьбе у Марии Вадеевой. Несмотря на то, что Мария Вадеева выше ростом, чем Анастасия Аллари. Рикосу сейчас получит возможность набрать. А еще, да, Дмитрий Федорович получает технический фол. Это сейчас он сел Рикосу будет пробивать 3 фола, получается. Да, и у него есть хороший гол, повторяюсь, возможность набрать 10 очков в этом матче. 11? Даже 11. Даже... А, нет. А, все-таки, да. На технический все-таки вывели Шерковкина. А вот сейчас, да, Женя показала мастер-класс. Реализовала точно штрафной бросок. Его сейчас точно так же сделает Ансела Рикосов. Реализует 2 из 2. Посмотрим, как говорится. И может набрать, как ты сказал, 10 очков. А по подборам что там у Ансела Рикосов? 2 подбора пока у него. Хотя вот визуально, когда вот я не смотрел. Гораздо больше, да. Мне тоже показалось, что подборов должно быть. Потому что так активно работает в защите под кольцом Ансела Рикосу. Ну нет, ой, плохой из меня прогнозист, один из двух. А тут Маша Вадеева набрала скорость, но погасили этот прорыв. Ансела Рикосу сейчас здесь средний бросок от Виктории Завьяловой. Ну, здесь такая ошибка на размене была у Курска. И средний бросок Виктории достигает цели. 9 очков Виктории Завьяловой. 61-43, 1,5 минуты остается играть в третьей четверти, а в атаке Курск. Анна Буровая против нее, Даша Сидор защищается.
Анна ждет партнера, это Левченко. Средний бросочек от Ксюши точно. И здорово он засел Айко, снова играет. Раз за разом он засел Айко и переигрывает своего оппонента. Показывает комбинацию, бьет по голове Василий Николаевич. Передача в угол, дальний бросок и точно в руки мяч попадает Марии Бадеевой. Сорвали атаку. Нет, все-таки показалось мне, что все... чуть-чуть не хватило. Там на тоненького, да, почти. Но почти и чуть-чуть не считается. Да, вот ударил Сидорова на Тихоненко. Не стал. Нет, все-таки решилось на этот бросок. Ну, там такой заступ был. Нет, заступ-то заступом, но долго не могла решиться на такой дальний, можно сказать, бросок. Ксения Тихоненко посмотрел по сторонам, увидел, что ее партнерши закрыты и такой жесткий от щита отправляет. Тихоненко. Кстати, это первые два очка Ксюши. А вот другая Ксюша Левченко. Работает еще против Виктории Завьяловой. И покидает площадку. Не хватило, да, паркета Ксении Левченко. Ну, завозила здесь Ксения с мячом. 15 секунд еще будет у ГМК. Да, можно организовать такую полноценнейшую атаку. Но у ГМК надо спешить, потому что сейчас на нет 45 плюс 16. И впереди нас ждет не менее увлекательная четвертая четверть. Но Тихоненко играют, смотри, бьет она из-за дуги не точно Ивадеева. Ивадеева тоже не точно. 61-45 или что? Оставляют команды на паркете арбитры. Небольшое производственное совещание. Мрачнее тучи Василий Карасев. Да, арбитры там походу, ну не походу, даже усмотрели нарушение. Пойдут смотреть, наверное. Или нет? Да, все-таки фол. Да, даже несмотря в монитор, дают возможность подсократить гостям. Хотя нет, я, правда, жеста не увидел. По поводу просмотра я увидел, что нарушение. Ну, прошу смотреть, наверное, время все-таки какое-то, что должно остаться, по идее, да? Ну да, там если там чуть больше одной секунды. А, хотя нет, нарушение. А, нет, нарушение это было после уже. Да, да. Если Маша Попова, да, я просто сначала подумал, что Мария Вадеева будет выбивать. Нет, нет, вот. Ну да, тут Волкина. Женя. Налегал, конечно, на Марию Попову, только вот не видно, это бы нарушение было после сирены или до сирены. Да, что-то обнимаются там девчонки. Это говорит о том, что очень хорошая атмосфера в команде. Ну, по поводу атмосферы не скажу, но, по крайней мере, настроение на данный момент у них очень и очень хорошее. Даже комиссар, под внимание, вот вы можете видеть, подключился к этому просмотру. Потому что он тоже, да, со стороны показал, что уже, да, нарушение было после сирены. Ну там опять же, Коль, смотри, там, смотря кто нарушал, то если Евгения Фролкина, то до сирены. Если он спросил Ларри Костин, то после. Повторчик бы посмотреть, просим режиссера трансляции. Да, чтобы понять. И заранее благодарим. Что матч за бронзу еще также не завершен, там счет в серии 2-2, матч за бронзу медали играет команда МВА и Ника, и там решающий матч пройдет в Москве, и 30 апреля в субботу вернулись в игру игроки МВА, и напомню, что первые два матча, которые прошли в Сыктывкаре, победа досталась команде Ника, и потом... Да, смотрели у Евгения Фролкина, тогда да, если Фролкина, то он был. Там времени, да, не остается, да, даже времени стали не прибавлять, там ни сотые, ни... А нет, все-таки, прошу прощения, две десятых секунды будет еще в третьей четверти. И еще что стоит сказать, в третьей минуте ни один из наставников не воспользовался тайм-аутом. Ну, я думаю, придет их время в четвертом периоде. И, кстати, вот если сейчас забьет
Да, забивает Мария Попова. Счет третьей четверти равный 16-16. Точно так же, как и вторая четверть, которая закончилась за счет 20-20. Небольшой перерыв от Артем. Четвертая четверть нас ждет четвертого матча финальной серии Париж от России в Премьер-лиге, в котором Курская Динамо принимает УГМК из Екатеринбурга и пока выигрывает со счетом 61-47. Напомним, что большое значение имеет этот матч, потому что в серии до этого момента Динамо ведет 2-1, а дальше вы сами все понимаете. Счет серии 2-1, впереди Динамо Курск, впереди, я не знаю, ждет Динамо Курск, пожалуй, одна из самых решающих четвертей в их истории. Одна из самых, наверное, важнейших. Важнейших, да, все правильно подмечено. 61-47. Вот так динамовки с таким счетом входят в четвертую 10-минутку. Какая она будет решающей? Не, она в любом случае будет решающей, победной или нет. Все зависит от девчонок, которые сейчас на площадке и на скамейке запасных. Кому фол? Вадеева. Мария Попова, четвертый фол. Нет, Мария Попова. Да, четвертый фол получает Маша Попова. Толкнула, наверное, Эву Лист. Да, в спину толкнула. Слушай, давайте еще раз отметим, что Мария Попова на данный момент уже снайпер команды ГМК, 14 очков, а у Маши Вадеевой всего лишь 10. Набрасывал на кольцо Женя Фрукина, подталкивал ее спиной, сигнализирует Евгения, ой, Ольга. Ольга, Ольга поборолась, да, и мяч в итоге остается у бело-голубых. 14 секунд будет на атаку, и за лицевой Эва Лист будет вводить мяч в игру. Передача длинная на Ольгу Фрукину. Успевает вывести. Эх, как говорится, попадай, не хочу. Перевисела Шабанова Ольгу Марию Попову. Смогла провести бросок. Мяч теперь достигает Ксения Тихоненко. Делает мягкую передачу на Попову. А здесь такой удар локтем Шабанова. Да, жесткое столкновение. Там, конечно, удар очень и очень жесткий. Локтем так лоб чисто. О, да, тут что-то Лиза даже и руку опустила, как мне кажется. И вот здесь вот, да, правильно, ну не то что правильно, но если будет смотреть на предмет учебного нарушения, потому что, да, как бы Елизавета руки опускала в этот момент, и не могут что-то доувидеть в этом эпизоде. Потому что если бы Елизавета держала руки бы вверху туда, и как бы голова нашла бы локоть. А данном... так получается, да, рука пошла вниз, и локоть нашел голову Попова. Быстро. Да, неспортивный. Неспортивный фол, да. Потому что вот эпизод вам обрисовали во всех цветах и красках, так что тут возмущаться нечего. А Мария Попова на линии штрафных у нас. Напомню, что Мария Попова в данном матче лучший снайпер команды УГМК. И после двух штрафных еще мяч будет Максим Рябков аплодировать
восточному броску Поповой. Мария Попова реализует. И, кстати, Мария Попова 12 штрафных бросков пробивала в сегодняшнем матче, 10 из которых достигли цели. Маша Вадеева 3 из 3. И, кстати, в третьем матче было точно так же. Всего лишь 2 игрока пробивали штрафные. Только это была Альбина Ражева и Мария Вадеева. Снова нападение. Стоит похвалить Динамо за эту защиту. За эту шампанову ночь как рано. Вот идет у нас 4-10 минутка. Даже еще не сыграно 1 минуты, но кажется, у кого-то уже прошла вечность. Вот такое ощущение. Потому что, ну, не будем скрывать, что как бы все ждут, кто здесь находится на паркете. Ну, основная масса. Все ждут, конечно же, победы. Команда Шилова. Остановила ее сейчас Козик здорово, не пустила под кольцо, точнее. И Попова бьет из-за дуги, не точно, там Тихоненко в высоченном прыжке забирает мяч. Продолжается атака, летит Завоялова. Передача на Попову, Попову не пускает Шабанова на этот раз. Завоялова, ну тяжело ей, конечно, пустила. Больших залез. Какой рук был. Да, ну тут и время уходило на атаку. Тут в любом случае надо было расставаться с мячом и его отправлять в сторону кольца, чтобы хотя бы там за подбор побороться. Но здесь защита на высоте у Куска. Юлия Козик дальше на Рубину успела в последний момент только выбросить этот мяч. И уложились, не уложились динамовки. Там здорово Мария Вадеева на блокшот. И вот почти 2 минуты сыграно в четвертой четверти. И Динамо пока без очков. Да, всего лишь 2 очка набрали ВМК в четвертой четверти. 61-49 плюс 12 впереди Динамо. И передача на Василия Карасева от Маши Вадеева. Вот по потерям, это 17-я потеря у ВМК, очень-очень много потерь. В прошлом матче было 20. Было 20, да. Ну, как и бы... очень по этому поводу Дмитрий Донсков переживал после матча в комментариях. Ну и вот сегодня, возможно, будет 20, а то и более потерь у команды ВМК. Дальний бросок, цель не достигает, а у Куска тем временем 9 потерь. Но пока в четвертой четверти динамовки не могут разжиться набранными очками. Поборолась Анна Буровая против Ксении Тихоненко. Я за ее ноги, по-моему, ушел мяч. Я имею в виду Анну Буровую. Смотрим. Но все равно Анна Буровая смогла без... А самое интересное, что мяч ушел от Тихоненко. Да, кстати, да, на повторе хорошо это видно было нам. Верно, верно замечание, верно подмечено. Но судьи тоже люди, судьям свойственно ошибаться. Мария Вадеева изволит за ней виселся Шабанова, не позволили Марше принести бросок. Могли, могли бы организовать быстрое нападение динамовки. Лисец Вадеева не пускает кольцо. Но здесь и не нужно быстрое нападение, потому что 61-49 плюс 12. Да, время работает сейчас на Динамо, это очевидно. Вот тут тоже сейчас что? Фол. Лисец и Завьялова. Спорный мяч. Да, Лисец и Завьялова там, что самое характерное, Эва Лисец, который там на несколько голов выше. Завьяловы сцепились за этот мяч. Тайм-аут был Василий Николаевич Карасев. Это первый тайм-аут, первый во втором половине встречи. А почему? Потому что 2 секунды на атаку у нас остается всего. 2 секунды на атаку и все равно, давайте так будем говорить. 3 минуты почти сыграно и пока набранных очков в четвертой четверти у Куска нет. С другой стороны, и у ДМК очень много, всего 2 очка не набрали. Да, это за 3 минуты результативностью оба коллектива не балуют. Ни зрителей, ни болельщиков, ни своих наставников. Ну еще я хочу, давайте еще расскажу, что все 9 игроков, которые в заявке у Динамо, которые выходили сегодня на паркет, отметились набранными очками. Это Шитаперин, Юлия Козин, защита на 2-2 очков. Второй снайпер это Изабель Шабанова, защита на 3-10 набранных очков. ДМК 16 очков у Марии Поповой и 11 очков у Марии Вадеевой. Маша Вадеева дабл-дабл 11 очков и 13 подбор. Просто кто близок дабл-дабл, а это Изабель Шабанова, который 8 подборов. И 3 голевые передачи. Шабанова продуктивно играет. По пятеркам смотрим у ГМК. Виктория
Завьяло на позиции разыгрышев и 4. Ну, Шилова на позиции 2-3. И сразу же 3 игрока, которые могут играть на позиции 4-5. Это Мария Вадеева, Мария Попова и Ксения Тихоненко. Пуска это правая на позиции разыгрышев. На двойке Козик. Далее Ольга Фролкина и Шабанова с Эвой Лисиц будут играть в сбойный центр. Остается мяч у Динамо, да, на 0,6 украли. Лисица у Динамо. Ну да, тут только получить и выбросить надо. Без всякого розыгрыша, без всякой передачи. Ну, кстати, здесь, кроме Шабану, все могут сделать дальний бросок. Что и делают? Правая, вот и первые очки, четвертый следующий автор Анна Правая. Ну, что-то показывает Денис Севастьянов. Арбитра, наверное, на предмет заступа. 64-49. А капитан команды. А, смотри, Дмитрий Донсков обратил внимание, что то ли был заступ, то ли не успела Анна Боровая выбросить. Вот это не, выбросить она точно успела. На предмет, мне кажется, вот так эмоционально. Женя там. Да, пошли смотреть, арбитр. Но это по поводу броска Анны Буровой. Да. Да, сейчас каждый очко в цене, потому что это финал, дамы и господа. Да, потому что еще раз напомню. А нет, смотри-ка, что смотрим. Другой эпизод. Или нет? Нет, все-таки... Ага, все-таки возвращается к Буровой. Там у нас плашка, мы не видим. Нет, со временем все нормально, порядок там решался заступ или нет. Да, тречка остается. Буровая забила именно тречка. И замена Евгения Волкова вступает в игру за минувший сезон. Потому что у капитана Динамо 4 финальных мяча накопилось. Четвертого команда у ГНК это Мария Попова, имеет 4 гола, но она на площадке. Маша Попова выцарапывает мяч и вторым темпом Маша Вадеева отправляет мяч в кольцо. 64-51 плюс 13 впереди хозяева. Медленно-медленно тянется время четвертой четверти. Тихоненко палит на Шабановой. Третий командный гол ГНК. Пока не критично, не пробивает. Да, два нарушения у Динамо, в четвертой минуте и три у команды ГМК. Евгения Фролкина. Роундрюк снимет 3-3. Дмитрий Донсков продолжает апеллировать к арбитрам, показывает, что нарушение, но судьи не по капелитам. Мадеева высоко играет, едва мяч не потерял, а Шабанова фалит. Казалось, да, вот из-за Шабанова вот, в первом сезоне так хорошо защищалась, накрыла этот мяч. Четвертый гол у Шабановой, скорее всего, сейчас поднимет Анастасия Ларикотова, очень хорошо. Пока этого не делает. Ну, пока не критично, потому что Мария Вадеева сегодня, ну, пока на данный момент проводит не самый свой лучший матч, ну и тем более вот штрафные броски. Значит, иллюстрации, Константин, не точно штрафной, твоих слов. Что немножко, да, Маша Вадеева не открыли свои дали. Все-таки один из двух. Мария Вадеева реализует. 14 очков набрала Маша. Анна Буровая против Виктории Завьяловой работает. Виктория Завьялова на грани гола. На Виктории пока 3 нарушения. Дальний бросок от Евгении выпрыгивает Эва Лисиц. Эва Лисиц сейчас здорово. Очков пусть сегодня немного Эва набрала, но очень здорово помогает в защите и в атаке на подборе. Да, потому что 7 подбор, 5 голевых передач. И показатель плюс-минус плюс 3. Цитноте сейчас Лиза Шабанова выбрасывала мяч, поэтому на это могу скосить ее неуспех. Буровая. Четвертый пол и Буровой. Да, тут на грани. Где-то легче. На грани уже. Напомню, 4 нарушения у Ольги Фролкиной, 4 у Елизаветы Шабановой. А вот она к косу пошла.
вместо Шабанова. Тайм-аут. Дмитрий Федорович берет тайм-аут. Команду берет, тайм-аут берет наставник УГМК. Ну, вот в упорной борьбе проходит 14 минутка. 5-5 счет по четвертой четверти. А общий счет у нас на табло 66-52. Плюс 14 очков впереди Динамо. 47% реализации двухочковых бросков у хозяек на данный момент. 8 точных дальних попаданий из 18, это 44%. У команды УГМК 46% двухочковых и 14 трехочковых. Да, вот УГМК для интриги, конечно, не хватает дальних попаданий и активной игры Марии Вадеевой. Конечно. Но вот что еще хочу отметить. За подбор, конечно, у ГМК вцепились. 31 подбор. Как раз у нас такая статистика появилась. 31 подбор у ГМК и 26 у Динамо. И вот подбор немножко проседает. 19 точных голевых передач у Куска. И всего лишь 9. Всего лишь 9 у команды у ГМК. Ну, еще раз отвечу. Потери, 17 потерь у ГМК. И 9 потерь. Тайм-аут закончился. Обращается Лепченко, Козик. Отсел репосу Евгения Фолкина и Эва Лисец. А ГМК Мария Вадеева, который сейчас против отсел репосу, работает, да, с нарушением отсел репосу. Останавливает Марию Вадееву. Также Лепченко, Анастасия Шилова, Мария Попова, Завьялова и Ханенко. Заметь, Кость, у Косу здорово борется сегодня с Вадеевой, только первое персональное замечание. Середине четвертого периода. Но не идут, не идут штрафные броски, видели мы до этого. Это я называю трибуну, сдувают мяч. Выдувают, скажем. Два! Да, это, конечно, для Марии Вадеевой совсем редкость, чтобы промахиваться два раза. Но еще раз отметим, что игра у лидера УГК не ждет. Настя Шилова получает второй фол. И 4 командных фола у УГК. Ну, а у Динамо уже лимит нарушений не исчерпан. Будут бить штрафные нещадно, да, Кость? Да, как одни, так и другие. Поэтому теперь в защите надо играть аккуратнее. Как можно аккуратнее. Заход на трешечку. Лисец молчала. Очка у нее до этого всего было. Вот и сейчас в одной атаке она еще приплюсовывает 3 очка. 69-52 плюс 17. Шилова спится на Тихоненко. Тихоненко Завьялова на Вадееву. А здесь уже за нападение фиксируют арбитры. Там активно защищал Анастасия Рикосу. А для Вадеевой это 4-й фол. Ну да, критических 4 фолов Мария Вадеева. Ну, еще раз отметим, что нарушать уже их защиты не могут. При плюс 17 спокойно убивает время. Да, и вот что характерно, стоит зону команды УГМК, и даже никто не предпринял малейшего движения в сторону Ксюши Левченко. Успела выбросить мяч, но не попала даже по подушке кольца, и поэтому 24 секунды Динамо не уложить. Динамо съедает 24 секунды. 4 минуты 14 секунд играть в четвертой четверти. Да, потому что плюс 17 играть, как я уже сказал, 4 чуть больше 4 минут. И поэтому время сейчас играет на хозяев. А дальше на стороне также хозяин. Немного остается Динамо там до триумфа. А в атаке УГМК. Нужно дотерпеть. Здесь фол кому? Косу роняет на Машу Вадееву. Немножко как бы Анастасия Рикосу, да, она не увидела. Да, вот и это какое-то такое совершенно случайное нарушение. Но уже два нарушения Анастасия Рикосу на Марии Вадеевой. Напомню, что Мария Вадеева собралась. Не очень. Маша. Но сейчас двоих.
9.54. Почти 4 минуты еще играть. Козик с мячом. Находит Левченко. Левченко получает заслон от Косу и промахивается. Теперь Шилова. На Попову. Снова Вадеева получает мяч. Крутится, вертится, бросает, не попадает. А там вдвоем Косу и Левченко разбирается. Но все, естественно, не будет. Вот я еще что такое... тенденцию заметил, что на двух матчах, где не присутствует кубок. Потому что вот я просто провожу аналогии с КХЛ, там кубок Гагарина присутствует абсолютно на всех матчах. А здесь уже идет четвертый матч, а тем временем тайм-аут не наблюдается. Угаем кадре. 59-54. Возвращаясь к кубку, возможно, Константин как-то красиво откуда-то появится. Может, из-под купола там, может быть, какая-то серпантином, да. Церемония. И вместе с медалями не посыпется. Поддержки Динамо на ваших странах в своем зажигательном танце. Плюс 15 и все, еще раз буду повторять, что в 3 минутах 6 секундах русская команда от исторического события, Петровка ГМК уже на площадке, не стал носить изменения Дмитрий Донцов. Завьялова, Попова, Шилова, Тихоненко и Вадеева. И пускай тоже изменений не наблюдается. Левченко, Козик, Лисец, Анастасия Ларикосу и Женя Фролгина. Промчалась Завьялова почти до кольца, но Тихоненко почти играет Лисец. Так все неплохо у Динамо получается. Бросок из затруднений точно отбирает. Втроем аж поборолись. И Женя там внесла свою лепту. И Алари смахнула. И Лисис уже довершила этот подбор. Ну а мы с тобой ждем, не ждем. 15 очков. Ну, судя по тому, как они вот так не спеша размашисто играют. Можем и не Завьяло тем временем получает четвертый фол, потому что вот остается играть 2,5 минуты, а вот если брать счет по четверти, команда набрали 15 очков на двоих, 8-7 впереди Динамо. То есть мало, конечно. Конечно, да. То есть, как знаешь, вот я вспоминаю всегда 5-й матч между командами Динамо и ГМК в 2016 году. Пятый матч, там на последнюю секунду неизвестно, кто все-таки выиграет. Вот. Напряжение было, мягко говоря, понапряженнее. Да, то сейчас вот меньше, чем за 2,5 минуты, 71-54, то, знаешь, вот я какой-то там нервы игры не чувствую. То есть игра как-то постепенно превратилась в обыденный, такой обыкновенный матч, что даже немножко не похоже, что это финал. Потому что на протяжении вот двух последних матчах русская команда была нагло сильнее соперника. Просто нагло. То есть я даже сейчас не могу каких-то плюсов в адрес ГМК привести, потому что у команды не получается ни в защите, ни в нападении. Вот. Справедливости ради, но играть практически одной пятеркой тяжело. Конечно, конечно. Здесь я полностью... В этом плане Курску больше, ну, скамейка, как мы уже не раз отмечали, у Курска, конечно. Да, несомненно, есть игроки у ГМК, но это игроки все равно не того уровня, которые есть у команды Динамо. Потому что даже сейчас меньше 2 минут остается, а Василий Николаевич позволяет себе на скамейке держать игроков сборных. Там и Плава, и Абакурова, и Волгина Оля есть. Может, даже и Анастасию Шумагину, и там кто еще, кого я не назвал.
Наталью Анойкину. Кстати, тоже отмечал ты всегда, что у нас пока в составе «Динамо» Курск единственный человек, который имеет титул чемпиона России. Это Наталья Анойкина, да. Она завоевала это титул в 2015 году в составе УГФК. И еще я даже поковырялся в архивах, посмотреть, кто же из игроков сейчас, которые играют, вообще в любую завоевал титул чемпиона России не в составе УГФК, да. И нашел только Марину Гаркунину, которая выступает за «Спартак» на Минске, и завоевывался это титул в составе «Спарта СК» в 2008 году. Ну еще тут будет в этом чемпионате такая нарушена традиция, ну это в любом случае, что до финала было известно, что впервые с 2008 года титул завоюет российский тренер. Ну, естественно, либо Дмитрий Донцов, либо Василий Карасев. Последний, кто завоевал титул из российских наставников, это был легендарный Игорь Грудин, который завоевал титул в составе с командой ЦСКА. Смотри, Василий Карасев сделал золотую титул, да, и также встать в один ряд с тем же самым Игорем Грудиным, который завоевывал и проводил свою команду ВВМ с ГАУ, ЦСКА, чемпионскому титулу и становился обладателем Кубка страны. Но там еще был вот такой нюанс, он еще Евролигу выиграл в этом сезоне. Ну, Евролиги... Нам не дали, не дали Кубку выиграть Евролигу в этом сезоне. Вот. Поэтому ограничимся двумя чемпионами. Передача на Вадееву, там на Сидорову. Дарья бросает, не попадает. И Шапанову тут. Ну там шило ваше. Клещем такие. Шилова там пыталась взять вместе с кем? Сидоровой, да, наверное? Шилова получает третий гол. И за это Шапанов прям мчится пробивать штрафные. Да, девчонки из «Динамо» уже улыбаются, шутят. То есть еще раз повторюсь, минута 46 остается играть, напряжение в игре так такового не чувствуется. Медленно и верно «Динамо» идет к своему первому в истории трофею. И очень долгожданным. Нет, первому в истории чемпионскому титулу чемпиона России. Чемпион России, да, я немножко неправильно выразился. Да, трофеев было предостаточно. А вот 19, за минуту 45. Ну что, да будем смотреть, как говорится. Завьялова с мячом. Попова, Шилова. Нужно видеть за дуги, как говорится. Вадеева. Вадеева на Попову, но там Ольга Фрулкин очень внимательно играет защиту. Ну и вот счет позволяет, время позволяет, но как-то вот Василий Николаевич почему-то упорно держит вот эту пятерку. Хотя еще раз скажу, можно было бы, ну это понятно, это нам с тобой тут со своей колокольни виднее, может, естественно, и Швагину, и Анойкину будет видеть, можно... А есть вариант такой, что, наверное, будет там, если бы если клубы на пропуск. Кстати, сегодня то же самое сделал Андрей Рузанов, это про «Динамо» Парма, если говорить, в чемпионском матче тоже игроков, три игрока, которые не принимали участие в игре, на последние там секунды вышли, а Анойкина даже одно очко успела набрать. Да, и еще раз напомню, что сегодня у «Динамо» будет как бы золотой дубль, потому что, напомним, чуть раньше «Динамо Парк» стал победителем Суперлиги 1 в Омске. В Омске, да, на выезде. И вот сейчас «Динамо Курск» на родном паркете ждет, не дождется, когда закончится вот эта 1 минута 12 секунд игрового времени. Я сейчас обратил внимание на трибуны, лица болельщиков улыбаются. Скажу так. Так, что здесь? А судьи просят опять посмотреть некий эпизод. Да, уже Козик и Ольга Фролкина. Вот, проходи, посмотри. Женя Фролкина. Сейчас за кадром счастливые лица. Да, вот на ваших экранах все это. Динамо улыбаются. Да. Все, они уже довольны, они уже они готовы. Они все прекрасно понимают. Да и мы прекрасно понимаем, и болельщики все прекрасно понимают, но вот еще раз говорю, как-то вот на трибунах тихо, вот, и как-то вот я ты сказал обратить внимание на трибунах. Как будто это какая-то рядовая победа, да? Да, над неким каким-то там Спартаком Ногинским или Ивановской энергией. Ну, выиграли, да, чего вы хотели, да, как говорится. Но да? Довольны только девчонки, а зрители хотят знать, действительно, правотухшие. Даже вот это на заднем плане, мне кажется, спит уже. Даже Эва Лисица, она больше заряжает толпу, нежели ведущий. Поднимают
не полетело, да, да, да. Все-таки отдают мяч в ГРК после просмотра. Ну, все равно. Да, потому что, ну, 1 минута 20 секунд, 73-54. Ну что, будем петь хвалебные ноты, потому что еще сразу... Сегодня будет праздник большой. Да, и сразу мы хотим сказать, не выключайтесь из эфира, потому что будет церемония, церемония награждения, потому что по вручению медалей будут, должны быть, должна быть номинация определенно лучший игрок чемпионата, символическая пятерка, и поэтому не выключайтесь, мы будем продолжать транслировать. Посмотрите, как Курск будет праздновать. Тем временем Сидорова нарушает, Куровая идет в штрафные, и продлится этот матч. Ну вот можно, пока на Куровая пробивает штрафные броски, ну Юлия Козик сегодня так и останется в составе Динамо, 13 очков. Елизавета Шабанова, кстати, стоит отметить, оформила сегодня дабл-дабл на Юшечку, 12 очков и 10 подборов. Хороший матч провела Шабанова. Вот, ну, также отметим гостей, которых Фадеев 16 очков, и у Мари Попова тоже также 16 очков. Ну и вот этот матч прерывает 13, напомню, что у ГМК 13 раз подряд становится чемпионом страны. И вот русская команда прерывает эту серию побед уральского коллектива. А всего, напомню, у команды ГМК 15 чемпионских титулов подряд. И Шабанова еще два штрафных пробьет, а Вадеева отправляется отдыхать. Маша Вадеева вот так закажет. Да, еще раз отмечу, что у Маши Вадеевой сегодня игра не получилась. Ну, не может сказать, что она не получилась, и просила игра у Сергея Ананаса. Да, потому что Мария Вадеева — это основной игрок команды ГМК в данном составе. Шабанова на радостях сейчас, наверное, два забьет. Да, а скамейка, я смотрю, готова выбегать. Выбежать на площадку. Нет, Шабанова может. Ну, я смотрю, тут и болельщики, которые сидят на паркете, тоже готовы выбежать. Потому что, напомню, что губернатор Курской области присутствует на этом историческом событии. Роман Старовой. Эва Лисиц. Радуется Эва Лисиц первым чемпионством. Поздравляем команду. Первый чемпион. Да, вот эту фразу, наверное, хотел произнести каждый русский болельщик. И, мне кажется, любой комментатор, наверное, который хотел бы оказаться на нашем месте тоже. Динамо Курск — чемпион России впервые в своей истории. Поздравляем, Динамо. Еще раз говорю, не выключайтесь, не переключайтесь. Мы будем продолжать вести трансляцию. Вот. Медали подходят, и да, это дожидаемся, сейчас будет церемония награждения. Они заслужили свои мастера замок!
наших игроков. Я сейчас думаю, что режиссер нам покажет, как выглядит радость. И счастье, я даже не знаю. Ну вот, MVP, кто? Кого? Прогнозы. О, Кость, сложный Кость вопрос, очень сложный. Ну, моя ставка это Эва Лисиц MVP, но могу предположить и то, что могут дать Маше Вадеев, потому что очень ярко она провела эту серию плей-офф, но по традиции как бы да, MVP из состава победителей, и поэтому я считаю, что в русской команде это, несомненно, Эва Лисиц. Но я не сомневаюсь, что в символической пятерке будет Маша Вадеева, ну и даже не исключаю Ольгу Фролкиной, потому что, ну как бы по традиции, вот минимум два игрока это из команды победителей. Хотя вот там трофеи, я вот вижу, выложили уже по центру площадки, но выложили. Индивидуальная награда, я про них и говорю, но вот закрыли пространство, и не видно, сколько призов все-таки выделили на этот матч. Хотя нет, смотрю, все 5 статуэток, шесть статуэток, все здесь. Но это не значит, что все они останутся, будут распределены между игроками двух команд. На ваших экранах вы видите повторы сегодняшнего финала. Напомню, что «Динамо» Курск впервые в своей истории завоевала титул чемпионов страны. И давайте я вам перечислю всех игроков. Напомню, что покинули команду иностранки в конце февраля. Но это не умаляет того, что заслуг всей команды. Напомню, что в этом сезоне на площадке в составе русской команды выходили Наташа Ховард, Юлия Козик, Анна Буровая, Эпифания Принц, Ансел Рикосу, Ольга Фролкина, Евгения Фролкина, Ксения Филимонова, Аркия Гумбавали, Мария Родионова, Наталья Анойкина, Эва Лисиц, Анастасия Шувагина, Ксения Левченко, Ника Барыч, Аделина Абаевбурова и Елизавета Шабанова. Главный тренер команды Василий Карасев. Помогали ему Тибо Мити, Гарлю Корстин и Денис Кандал. Я просто ждал, что ты как раз подхватишь эту эстафету, эту паузу. Все готово к награждению, уже зрители не уходят, ну и смотрю, даже болельщики УГМК, которые высадили в Курске такой внушительный десант, если не ошибаюсь, где-то 90 человек, да, их было сегодня? Ну, да, говорили, что именно так. Да, и, ну, я не знаю, я как бы в наушниках не слышно, но зато зрители говорят, что было очень и очень шумно. Шум команды создавали. Да, радостные лица динамовок на ваших экранах. Счастливые глаза. Еще раз напомню, что сегодня золотой дубль у Динамо. Вот, помимо Кубка страны, которую завоевала команда Динамо Курск в декабре прошлого года, Кубку прибавился титул чемпионов страны. Да, уже обливается там водой. Пока не шампанское, У Эвы Лисиц своя традиция какая-то. Да. Дай все залить и облить. Да, я думаю, что шампанское заготовлено уже в раздевалке. И, конечно, самое-самое интересное. А может быть, даже что-то и посерьезнее. Ну, почему бы и нет, да. Ради такого случая, ради такого события, конечно же, еще стоит. Да, вот сейчас у нас начинается церемония награждения. Ведущий призывает. Сейчас будет награждение индивидуальными наградами. Команды выстроятся в центре площадки. Сначала будет награждение индивидуальными наградами, ну а потом сначала серебряные медали, которые получат УГМК. Напомню, УГМК на протяжении 13 лет
Димон. Да, не проигрывал в чемпионате. Представляешь, 13 лет. У Тавари Ансела Рикмута ей 17 лет. То есть всю свою сознательную жизнь она чемпионы видела только у ГМК. И вот сейчас... Сама стала чемпионом. Сегодня да. Алари вообще дважды чемпион. Да, Фарм, кстати, да, еще Фарм же победил, да, тоже. Фарм победил, Фарм завоевал золотые медали. А напомню, Ансела Рикмута стала MVP Суперлиги 1. Ну и сейчас мы можем увидеть MVP в составе основной команды. Эва Лизис пританцовывает, но на ваших экранах грустные лица, как игроков ГМК. Но еще раз скажу, что очень сильно обновилась команда ГМК после того, как покинули иностранки команду. Да, в срочном порядке было открыто трансферное окно. Да, по, как говорится, с миру по нитке собрали команду. Давайте послушаем губернатора. Национальное выступление губернатора Курской области. Старовой, да, прокомментировал ситуацию. Да. Ксения Левченко становится лучшим разыгрывающим. Ксюша Левченко, которая не один сезон провела в Курске, уходила на Енисей, потом выступала в Спарте НК, и вот сейчас вернулась, став лучшим разыгрывающим чемпионата страны. Анастасия Шилова, игрок УГМК, получает приз как лучший атакующий защитник. Тоже первый сезон Анастасия Шилова провела в системе УГМК. Пришла она из Екатеринбургской Надежды. Завоевала серебряные медали. Серебряные медали у нее были. Раиса Мусина, игрок Ники Сыктывкара. Напомню, что серия между командами Ника Сыктывкара и МБА продолжается. Там счет 2-2. Мария Вадеева, лучший тяжелый форвард. Ну и как бы я близок к своему прогнозу становлюсь. Эва Лисиц. Да. Жаселина Майга, несомненно, да, лидер команды МБА. Получает приз лучшего центрового. Матч будет в субботу проведен решающий. И Эва Лисиц, игрок центровая Курского Динамо, игрок сборной Словении, получает приз MVP чемпионата страны. Осталась Эва, не уехала. И, как видим, что не зря. Да, стала лучшим игроком чемпионата страны. Не, ну она, скажем так, Кость, знаем, что она настоящим лидером стала. Вокруг себя сплотила команду. Но она поопытнее, да, немножко постарше, поэтому ну, кооперировала. Все верно. Ну как, если брать постарше, то Наталья Нойкина там, это, как говорится... Ну, я имею в виду те, которые много игрового времени получили. Вот. Я про это. Ну, а то, что ярко провела плей-офф Эва Лисиц, это несомненно. Это несомненно, она один из лучших игроков курской команды. И сейчас будет церемония награждения серебряными медалями. А также руководитель департамента профессионального баскетбола Гил Светлану Ивановну. С
серебряным призером борьбы чемпионата России премьер-лига становится команда УГК! УГК Екатеринбург еще раз. Ведущий, напоминает, становится серебряным призером. И сейчас игроки из Екатеринбурга получат свои заслуженные серебряные награды. Каков будет следующий сезон, пока неизвестно, в каком формате он будет проходить. Какие составы будут у игроков, будут ли международные турниры. Ничего пока неизвестно. Но следите за новостями на нашем сайте, на сайте РФБ. И там всегда самая свежая и оперативная информация. Ну а пока нужно ловить момент, да, вот этого долгожданного триумфа Курского «Динамо». Ну и давайте я перечислю серебряных призеров УГМК, кто сегодня был в заявке на игру, кто был в заявке на серию плей-офф. Это Виктория Завьялова, капитан команды Евгения Белякова, Мария Дащик, Нина Ученкова, номер 9 Евгения Кратыгина, Анастасия Шилова, Ксения Тихоненко, Альбина Ражева, Марина Криволапова, Мария Попова, Дарья Сидорова, Мария Вадеева. И возглавляет эту команду Дмитрий Донсков, который также принял бразды правления этой команды в марте этого года. Помогает ему Денис Севастьянов и Ольга Крастелева. Да, конечно, грустные лица игроков и тренерского штаба УГМК. Ну, конечно, как 13 лет команда неизменно становилась чемпионами, и вот сейчас получает лишь серебряные медали. А вот игроки «Динамо», ну пока на ваших экранах награждение персонала УГМК серебряными медалями, а вот уже «Динамовки» в предвкушении наград уже. Женя Фолкина что-то напевает, пританцовывает. Интересный тоже сезон, сезон 21-22, он наверняка войдет, несомненно, войдет в историю российского спорта. Такой неоднозначный сезон. Часто мы будем, в любом случае мы будем его всегда вспоминать. Вот, Евгения Фролкина с камерой. И да, такое уже было на финале Кубка страны. Помнишь тоже? GoPro камера, да? Ну, она стадикам называется, по-моему. Но в любом случае, потом будет любопытно посмотреть все эти эмоции из первых рук, как говорится. Конечно. Ну, давайте я перечислил весь состав «Динамо», кто выходил на площадку. И кто вот сейчас, несомненно, получит золотые медали. Это номер 7 Юлия Козик, номер 9 Анна Буровая, номер 14 Анастасия Алла Рикосу, капитан команды номер 15 Ольга Фролкина, Евгения Фролкина, ее сестра, номер 16 Наталья Анойкина, 33 номер, 38 номер Эва Лисиц, MVP этого чемпионата, Анастасия Шувагина, 51 номер, 91 Ксения Лещенко, 95 Аделина Абайбурова, вот сейчас она получает награду. Заслуженную свою награду. И за это Шабанова. Еще раз напомню, что за исключением Натальи Анойкиной все игроки впервые в своей истории стали чемпионками России. Главный тренер команды Василий Николаевич Красев. Помогали ему на протяжении всего сезона Тибо Пети, Карл Корсин, Денис Кандалов. Также отметим медицинский персонал Сергей Каплин и Сергей Алтухов. Ну и отметим, конечно же, управление, это Викторию Михайловну Сгонику, которую вот губернатор уже отмечал, что это, несомненно, во многом благодаря ей. Вот, да, долго Виктория Михайловна шла к этому титулу, и, наконец, звезды сошлись, команда завоевала вот единственный, да, мы с тобой уже говорили, недостающий трофей, который в коллекции не было у «Динамо». Да, был Кубок Европы, Евролига, был Кубок страны. И вот сейчас самый, пожалуй, торжественный момент, к чему так долго шли игроки, то, чего так долго ждали болельщики. Песня группы Queen, We Are The Champions,
и «Динамо Курск», чемпион России. Поздравляем «Динамо», поздравляем болельщиков, все, кто болел, все, кто были с нами на протяжении всего сезона. И вот на этой ноте победной мы, пожалуй, будем заканчивать. Да, прощаемся и услышимся уже мы с вами в следующем сезоне, в сезоне 2022-2023. Спасибо, что были все это время с нами, слушали, смотрели, переживали, болели за свои команды. Всем успехов, всем здоровья. Пока. Всем пока.
Николаевич, эмоции? Ой, эмоции зашкаливают, но пока как-то так, немножко такое опустошение, потому что прекрасно понимали, будет тяжелая серия. Обыграть, скажем так, гегемона последних лет у ГМК, все-таки это большой результат, тем более дома, тем более так уверенно обыграть. Ну, в первую очередь хочу, конечно, сказать большое спасибо болельщикам. Две игры, полные залы, это, конечно, заставляет девчонок работать, играть. И большой процент этой победы, конечно, принадлежит болельщикам, которые пришли сегодня. Хочу поблагодарить девчонок, которые... Я знаю, сколько проблем, сколько травм у них на зубах. Они действительно вышли, ну, как на последний бой, и сделали для Курска, для курского баскетбола очень много, я думаю, что... И, конечно, спасибо клубу. Ну, сегодня показалось, что максимально заряжена ваша команда была на борьбу, и прям сомнений практически не возникало, что все будет хорошо. Я рад, что как бы наша работа, она принесла плоды, да... донесли до девчонок, какой баскетбол мы хотим и каким баскетболом мы можем выиграть. И сегодня как бы вопросов вообще нет. Как будете праздновать? Ой, пока не думал. С победой. Спасибо. И чемпион России, между прочим. Да. И Кубок России, чемпион России. Золотой дубль. Что выигрывать-то теперь? В Евролигу не пускают, я даже не знаю, что делать дальше. Знаете, что второй тренер российский в истории женского баскетбола российского, который дубль сделал? Приятно, приятно. Спасибо, удачи. Спасибо большое. Мы в городе Курске, в городе славном, самая лучшая в мире команда. Если забыл, то сейчас вспоминай, если не в курсе, то запоминай. Наши «Динамо» всех... Тоже вопрос тот же самый, что и Василий Николаевич. Показал из первых секунд, что «Динамо» игру сегодняшнюю не отдаст, так? Да, мы очень серьезно настроились сегодня на игру. Мы хотели...